Как это мы в машину запрыгнули? Мы запрыгнули в чужую патрульную. Да, но... Мы там едем, ты представляешь? Что он делает с бензопилой? Нам не взять его. Он с бензопилой, ребята! Он деньги, деньги украл! Несет деньги, давай! У него рюкзак с деньгами! Ты посмотри, как он рванул! Привет, ребята! Это канал Игорюшина Игруша. И сегодня мы... Играем в Роблокс! Точнее, ловим преступников. Верно, погнали! Вот наша форма. Нас сразу приодели, да? Да. Давай-ка мы пойдем искать... Кстати, можно машину заспавнить. Давай заспавним машину, да? Машину мы заспавнили. Это какой-то, по-моему, Ford Crown, да? Или Toyota Crown. Что нам дали? О, какая. Поехали. Какая классная. Классная. Включили сирену и поехали. Тут где-то что-то должно быть желтым отмечено, чтобы... Это кто пробежал? Полицейский? Желтые круги, это там, значит, преступление. Ищем. Да. Видишь в конце желтый круг? Давай туда. Тут уже сборище наших коллег. А тут никого. Никого, да? Ну, поехали дальше. Так. Вот он, да? Посмотри. Да, он, да. Там у стены. Да, это он. О, вот, начинай стрелять. Стреляем. Бандиты. Нет, это все полицейский, но есть бандит. Вот он прыгает у стены, видишь? Все, нейтрализовали. Едем дальше. Да, отлично, уже первого. Первого взяли. Так, нет, ребята, еще, да, так. Что тут еще у нас? Опять у стены что-то происходит. Кто это? Наручники надевай на него. Он хочет, по-моему, сходить в все, банк. Все, надели. Банк он не успел взять, надели наручники, едем да. дальше. Фу. И главное, желтый круг. Бандиты не победили. Это что? А, его уже развалили. Уже можно ехать отсюда. Жесть. Все, здесь без нас справились. Тут какая-то мясорубка. Без нас справились, так, ребята. Это полицейского убили? Нет, это, по-моему, в черном был хулиган. Вот он еще один, смотри. С пилой. С бензопилой? С бензопилой, что он делает? Что он делает с бензопилой? Нам не взять его. Он с бензопилой, ребята! Он убил нас! Все, следующий день. Мы поправились, берем внедорожник. Зачем ему бензопила? Вот чтобы справляться с такими, как мы, полицейскими. Взяли, короче, мы Шевроле. Поехали. Шевроле, по-моему, это не Камаро. Шевроле, просто Шевроле, да. Это обычный... Типа Тахо. Ну, это как бы этот... О! Внедорожник. Внедорожник. Смотри, здесь ограждено, значит, там где-то преступление происходит. Да, это вне... Мы нам как раз туда. Смотри, там уже красный круг, а красный круг это вообще, значит, уже плохо. Это банк. Там воришки. Ограбление банка, ребята. Где? Где они, преступники? Давай посмотрим, давай зайдем в банк вообще, да? Обалдеть, какой звук. Прям сирена. Так, здесь... Заложники лежат. А где эти хулиганы, кто это натворил? Здесь в этой комнате никого. Все, кто-то лежит. Сотрудники, что ли, раненые? Тут дырка в стене. Вот что они сделали. Они пробили в дырку в банке. А это кто? А это полицейский. Пойдем наверх, посмотрим. Сверху лучше видно. Полезли на крышу. Посмотрим, что с крыши видно. Где у нас преступник? Да тут лучше видно. Так, да. А вот красная кнопка. Точка, смотри, может быть, вот туда нам. Да, вообще, папа, твоя. Ты любишь играть в Roblox? Вообще обожаю. Да, и моя тоже самая любимая. Не нашли мы здесь никого, поехали, все, ребята. Да тут никого нет. По-моему, да. Они свистнули деньги. Кстати, ребята, напишите в комментариях, кому нравится Roblox. Да. А мы будем продолжать искать преступников. Да, поехали. Так, где желтые круги, ребята? Преступники. Вот желтый круг. На парковке беда. Вон он прыгает, посмотри. Вот он прыгает. Давай быстрее его свяжем. Все, наручники есть? Есть. Ах, вы мерзкие грабители, а? Все, взяли мы его. Грабители какие, а? По всему городу. Ой, какой разноцветный. Гад. Разноцветный. Гаденыш, давай его. Вот он, качок. Давай, папа. Качок. Нейтрализуйте, ребята, его. Качок. А, красный у нас. Что это за хулиган? Есть. А, мы его нейтрализовали. Есть, готов. На следующее задание идем. Отлично. Да, хулиган. Это первый такой, да, какой-то разноцветный? Да. Давай дальше по городу едем. Это попрыгун. Попрыгун. Уже не попрыгун, уже все, арестованный. Все. Это вот еще кто бегает. А, он уже все, уже погибший, связанный. Кто это тут такой? Он в тачку хочет скрыться. Выпрыгнул. Это бандит, он не полицейский. А он, смотри, мы его... Мы его убить не можем.
А у нас, кстати, еще есть шокер, есть фонарик и наручники. А давай шокер используем. Что он пишет? В чем проблема, да, что ли, парни? Он в метро, что ли, хочет скрыться? Он скрывается в метро, бежим! Это же метро! Бежим за ним, он в метро убегает. Обалдеть, это же метро! А как он там прошел? Это кто еще за генерал какой-то? Кто это? Привет какой. Нам не пройти здесь. Вот здесь пошли. Он по путям побежал. Куда он скрылся-то? Какой-то генерал прыгает. Давай пути перейдем на другую сторону. Там можно выйти на другой стороне пешеходного перехода. Да. В метро кто переходим? Там? Кто там? Не знаю. Ну, пошли наверх поднимемся. Че, что делать, раз он скрылся? Вот, видишь, мы там зашли, а вышли здесь. Да. А где преступник? Его здесь нету, ребята. Придется садиться в тачку, да, и искать его. Только тачку мы сейчас выберем другую. Давай какую-нибудь другую выберем. Давай черную такую. Никак, потому что она закрыта. Дорогая она? Форд есть? Да. Давай Форд возьмем. Форд, берем Форд, поехали. Где он сейчас у нас появится? Да, Форд. Форд, это... О! Вот это да, на второй... Чуть зависла машина. Ну, Форд, главное, нам дали. Все, поехали на Форде. Это не наша зависла. Это не наша зависла. Да, это тоже какой-то внедорожник, да, но... Форд, ну Форд, наверное, да, Explorer. Ребята, Форд. Или Expedition какой-то. Нам сейчас, чтобы бандиты нас... боялись. Поехали, да, ребята. Да, и они чтобы не выиграли. Какой крутой автомобиль. И мы едем за преступниками. Через... Да, он даже самый быстрый. Как мы проскочили всех. Ребят... Обязательно поставьте лайк, кому нравится полиция в Роблоксе. Обязательно. Да. Полиция в Роблоксе – это очень весело. И ответственное задание – где желтый круг? Где светится? Я не вижу пока. Кто нас там толкает? Вот желтый круг, значит, там есть преступник. Давай, папа. Ой, кто это на велике такой? Что ты там утащил? Куда он? Ты что? Он что, велик спер? Ах ты грабитель, а! Так, сейчас мы наручники на него наденем. Мерзкий грабитель! Шокером! Наручники! Красные наручники сгорели, все, смотри, свяжали, руки ему связали, видел? Все, да. Готов, молодец. Шокер. Есть, взяли воришку велосипедов. Едем дальше. И опять желтый круг, смотри, светится. Задним ходом сдаем. Кто там на этот раз? Это кто такой? Ну-ну-ну-ну-ну, где он? Вот он, да? Да! Что ты здесь делаешь у банка? Ну-ка, признавайся. Наручники давай. Надели мы наручники? Нет, что-то не надевается. Шокером давай его, может, возьмем. Шокером давай. Шокером. Шокер. Все, наш напарник надел на него наручники. Отлично. Да, наш напарник молодец. Поехали дальше. Шокер спас и наручники надели. Молодцы. Поехали дальше. Да. Ох, ты сразу два желтых круга. Какой у нас крутой пацан. И вот бежит. Он деньги украл. Деньги несет деньги. Давай. Шокером! У него рюкзак с деньгами! Ты посмотри, как он рванул! Бежим за ним! Шокером быстрее его! У него мешок с деньгами, действительно! Шокером его! Шокером! О, смотри, связали руки, все! Да. Сажай его в машину! Как это мы в машину запрыгнули? Мы запрыгнули в чужую патрульную машину! Да, но это жесть! Вон он, смотри! Мы там едем, ты представляешь? Да! Это же вообще! Это же жесть! Просто! Там еще внутри сидит этот самый. Посмотри, там сидит внутри, вот он сидит, мы его связали рядом с нами. Да, он там сидит! Но это не наша машина, нам лучше, конечно, выскочить отсюда. Что тут такое? По машине стрелял кто-то! Опять этот разноцветный стреляет по машине, смотри, сколько лежит гильз. Опять этот гад! Есть! Все, мы его с ним справились. Блять, этот разноцветный силач какой-то. Зачем он по... Он реально по стеклам стреляет. Это всем напарникам. Мы взяли качка. Ну что, ребята, надо идти, наверное, уже в смену. А кто там стреляет? Смену сдавать, ребята, мы пойдем. Кто это? Здесь вроде никого, смотри, все успокоилось. Стопэ, кто это такой? Ой! Это бандит! Гангстер, да? Да, это гангстер-бандит. Ну, нам надо идти в полицейский участок, все, сдавать смену, сдавать оружие и идти на выходные, да? Да. Мне кажется, это был самый лучший день.
Да, потому что... Что преступников... Зона безопасности, видишь, написано? Да, это... Мы поймали преступников, мы поймали. Ну и теперь... Теперь можно отдохнуть. Да, и на этом, я думаю, что все. Если вам понравилась игра про полицейский Roblox... Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Горюшные Груши. И не забудьте заходить на мой инстаграм. До новых... выпусков! Полицейских будней. Пока. Да.